А что это за дырка здесь? Ну реально, сейчас мы снимем все это дело, посмотрим, что за... То есть руль, потом бам, провал. Причем такой серьезный провал. Продолжаем мы писать некоторые, ну, такие фишечки по поводу Kia. Kia Rio X-Line сегодня у нас, сегодня за рулем его. Будем перешивать руль, потому что проблема многих Kia Hyundai – это отвратительный руль. Минус его, он очень скользкий, особенно пока новый. Прямо кожа скользит сильно. Здесь вот прямо вот какие-то есть сзади. Видите, какие-то вот тут ямки, какие-то прям вот провалы. Сейчас кожу снимем, посмотрим. Руль будет перешивать знакомый мастер, давно этим занимается, Виталий. Он прям перфекционист в плане перешива рулей, салонов, всего остального. Ребят, мы в Рескар приехали к Виталику делать руль. Сейчас познакомимся. Привет, Володь. Мы приехали делать руль. У нас руль, естественно, от Кияшки. С завода делают полное говно. Вот у Виталика свое мнение на эти рули, да? Не, ну я считаю, кощунство переделывать новый руль. Я всегда рекомендую людям обычно покататься, чтобы пока он затрется немножко. Вот. Как бы лишние услуги не навяливаем. Ну, Володя хочет в кожу. Кожу премиальную. И по максимуму. Максимальное удобство. Убрать те косяки, которые есть с завода. Какие-то ямы или провалы непонятные. Ну и я так понимаю, что это эко-кожа быстро вытелится, да? Ну, с подогревом, как правило, она быстро улетает, да. Быстро улетает. Это вот была коровка, ее раскроили и покрасили, да? Это кожа Напа премиальная. Ну, из коровки, которой, да? Ну, коровка, да, все коровка. На которой надавлено, соответственно, точки. Это специальный рулевой материал. Используется на рулях Audi RS, Mercedes AMG. Здесь не сквозная перфорация. Вот. И, соответственно, кожа гладкая. Это Напа Полтрона Фрау. Одна из самых дорогих, самых лучших кожи. Ну, да, пахнет кожей, ребят. Пахнет кожей. Это тоже это рулевая кожа. Специально для рулей. Ходит очень долго. Угу. И счастливо. Слушай, плотная, да, такая. Хорошая кожа-то. Хорошая кожа. А это какая часть? Это верхняя часть. Верхняя часть. Да, самая крепкая, это верхняя часть кожи. То, что все, что ниже по слоям пилится, это уже спилок называется. Вот, это лицевая часть кожи. То есть спилок тоже у нас дилеры ставят, да? Ну, да, дилеры вот на штатных, где, скажем так, типа кожи используется, да, на самом деле это спилок. То есть он дешевле, в производстве сильно дешевле. Ну, соответственно, он и ходит так же, как и стоит. Помимо говёной кожи еще очень тонкий руль, видите. У меня далеко не самые длинные пальцы, обычные такие мужские сосиски. Сардельки, очень тонкий руль, хват не совсем удобный. Это тоже можно будет сейчас поправить. Плюс, видите, 1800 километров уже кожа, эко-кожа продавливается. Вот. Хотя ездил до этого первый собственный. Ну как ездил, пару раз садился за руль, очень легкий. Уже это есть. Сейчас пойдем посмотрим, Виталя. Виталик расскажет, как эту тему убрать, как сделать так, чтобы этого не было. Промятости на сиденье. И убрать промятости нужно, соответственно, перешивать, дублировать центр сиденья либо тканью, либо плотным спанбондом, чтобы он не растягивался. Как правило, на заводах делают просто материал, дублированный поролончиком, либо войлоком. На BMW войлоком частенько делают. Все остальное на поролончике. Поролончик он не спасает от растяжения. То есть кожа и эко-кожа, она имеет свойство тянуться. То есть имеет свою эластичность. Если она недолго посидит, соответственно, она останется в растянутом состоянии. Да, в данном случае это центр отстеганный сотами, да, вот, на Алькантаре, да, и, соответственно, здесь у меня подложка, вот спанбонд, жесткий спанбонд, который не тянется, то есть он не будет растягиваться. Выбрали нитку, нитка у нас обычная серая, да? Нитка у нас обычная серая, где она у меня, вот она у меня, вот она серая ниточка, вот. Такая же, как на сиденье, да? Да, такая, как на сиденье. Еще не все, выбрали. Есть у меня предложение сделать подложку из неопрена. Да, из неопрена. То есть все, из чего шьются гидрокостюмы. Только гидрокостюм он на ткани неопрена. Это просто обычная вспененная резина. Руль станет потолще, более приятный, мягкий на ощупь. Будет приятно ездить. Так, ну что дальше? Здесь немножко вот, перетянуто, заломилось и кожзамчик. Эти все вещи, они как бы, ну не сказать, что это совсем брак,
но это эстетически выглядит погано. Здесь шов поломанный. Вот. Мастер, который зашивал на заводе, сделал перехват, чтобы не упал совсем рисунок шва. Видно, да? Угу. Здесь вот вызывает вопрос. А что это за дырка здесь? Ну реально, сейчас мы снимем все это дело и посмотрим, что за... То есть руль, потом бам, провал. Причем такой серьезный провал. Он прям... Обалдеть. Здесь нету. Здесь прям яма. Здесь тоже есть такая. Вот, нету. Вот он. Тоже маленький. Здесь поменьше. Но здесь поменьше. А здесь прям кошмар какой-то. Будем смотреть. Вскрываем. Сейчас, кстати, все косяки проявят. Видишь, вот эти щели, их не должно быть. Ага. То есть эти щели, вот эти все, вот то, что промятины, провалы. Это все в щели, да? Да, это все, значит, здесь щель. Угу. Вон, дырка, да? Да. То есть все эти щели, соответственно, шов проваливается. Так, вот здесь на спицах он должен быть приклеен. То есть здесь нам немножко надо будет его нагреть. Здесь процесс отделения. Здесь под кожей по-любому есть воздух. А, мягкая. Да. Ну, вот, если видно, вот он, смотри, вот он воздух. Да, вон, видно, да. Вот. Видишь? То есть это значит что? Что это не лежит на месте. То есть здесь должно все плотно лежать на спице. Дефект, да? Ну да, дефект перетяжки. Ну, завод штатно, он никогда на эти мелочи не заморачивается. Поэтому я на них заморачиваюсь. Кто питает иллюзии, что у них Kia с завода в коже, чтобы не питали иллюзии, да? Во-первых, кожа так не мнется. Видите, верхний слой, как пленочка. Во-вторых, кожа имеет совсем другую фактуру изнутри. Ну да. То есть для примера можно показать кусочек кожи. Вот. То есть вот так выглядит кожа. Так выглядит кожзам. То есть это резинка. Ну, клеенка видно, да. Да. Поэтому, друзья, когда вы видите, у меня кожаный руль, ну, с подогревом было дорого. В полиэтилене руль у вас, а не кожаный руль. Здесь дефект литья. Проваленный. Да, соответственно, сейчас мы до него добираемся, снимая подогрев. Подогревая, опять же, клей и снимаем подогрев. Вот первый дефект. Ребята, посмотрите, какое говно делает Kia, какое говно идет в комплектации премиум максимальный. Это то, вот, когда они говорят, что у вас руль там с подогревом, а вшит там кожей, кожаный руль. Вот такое дерьмо они делают, видите? Какой дефект руля. Сейчас, секундочку. Сейчас вот так мы это сделаем. Посмотрим. Вот так вот. До основания. Дырка до основания. Угу. До обода руля. То есть такие вещи, они, это брак литья. То есть ОТК завода должно было это не пропустить. Но ОТК пропустила. Сразу это было очень странно, что здесь как раз держишься все время руками за это место. Вот здесь. И палец прям чувствует, что какая-то яма, провал, что это такое. Оказалось, что это просто дефект отливки. То есть Kia Hyundai не стремается, ну, так вот делать. И они руль заклеили. Подогревом зашили его этой клееночкой, где она, вот она. Что это такое? Это вообще какая-то стрёмная тема. И продали. И их это не напрягло. Но нас напрягло, поэтому будем делать на качество. Давайте расскажем, что буду делать. Значит, вот эти вот все вещи, то есть так в любом случае устранять дефект один здесь, второй, соответственно, тоже устранять. Все это... По-хорошему его надо на сутки оставлять, заливать жидкой резиной, то есть стекольным герметиком. Вот, потом вышкуривать, это что по-хорошему. Так как времени немножко мало и в принципе на эксплуатацию не повлияет, поэтому будем шпаклевать здесь стекловолоконной шпаклевкой. Вот, выравнивать, заново приклеивать подогрев уже без вот этих вот провалов, потому что строчка будет сюда проваливаться, выглядит убого. То есть будет все сделано в стык. Сверху будет обклеено неопреном, опять же, все стык. То есть, грубо говоря, обтянут еще руль будет неопреном. После этого будет обтянут кожей. По бокам здесь будет псевдоперфорация. Сверху, снизу будет напа. Угу.
Все, мы Виталика оставляем, придем уже, вот ключи, придем уже на готовый вариант смотреть. Вот так вот, еще одна штука, и еще одна штука. Вот так выглядит руль на новой Kia, когда я поудалял из него весь воздух. Обклеили назад подогревом. Здесь у нас с завода был кусочек вот вклеен, ибо не сходился подогрев. Кусочек этот, к сожалению, смялся, его сюда не получилось возможным приклеить, поэтому здесь вклеен, вот здесь вклеен кусочек неопрена. Виталий, если без мата, сколько пришлось повозиться с этим рулем? Ну, в принципе, около 9 часов. Около 9 часов, ребят. То есть не доделали китайцы, где-то минут 30 не потратили на руль, а потом пришлось мастеру на него тратить еще 9 часов. Еще один момент. То есть очень часто на штатных рулях вот эти места они торчат. Так. Пропилов нет? Нет, пропил, даже с пропилами не торчат. То, что без пропилов торчат, это убогая техника изготовления, да, кожа в подвалах. Uh-huh. Вот. А здесь даже были пропилы, но было вот на грани. Uh-huh. То есть сейчас все заглублено, и в этих местах, если он торчит, соответственно, кожа первая стирается. Ну, правильно. А здесь сейчас все красиво. Ну все, давай устанавливать. Ну, посмотрите, как шикарно он стал выглядеть. Никаких ям, провалов нет. Все это загрунтовали, все это убрали. Все это Виталий сделал. Руль просто шикарный. Прострочка, все ровненько. Ну что говорить. Красота, есть красота. Вот как должен выглядеть руль. Все это стоит не так уж и дорого. От 7 до 15 тысяч рублей. Его еще потолще сделали. Поэтому он стал приятнее, был очень тонкий. Офигенный руль, смотрится замечательно. Мы руль сделали. Соловьев Виталий, обращайтесь. Наши клиенты уже постоянно к нему ездят. И артисты, и пианисты, и следственный комитет, и органы всякие разные. Ну, я имею в виду совершенно разношерстная публика с разными машинами, со сложными рулями, с простыми, с подогревом, там салоны перешивают. Реально качественно, реально в этой сфере ценится перфекционизм. Виталий — это тот, кто именно вот болеет за все эти моменты, за какие-то там мелочевки, которые, ну, я даже и не замечу, а ему это важно. В результате, конечно, изделие в оконцове получается высокого уровня, классно, офигенного качества. Сработает только с качественной кожей с Европы, поэтому мы не боимся, всегда отправляем, рекомендуем. Ссылка будет в описании, сможете найти и позвонить, заказать себе услугу. Сейчас обсудим, может быть, какая-то микроскидка будет, а может и наноскидка, а может макси-скидка по промокоду. Скидка антикризис. Антикризисная скидка, да.